Всем привет! Приехали на реку Чулым порыбачить, снимать машины, на улице ветер будет, шум сильный стоять. Ничего моего голоса не будет слышно, поэтому снимаю с машины. Сейчас попробуем, вроде бы здесь ловится рыба, клюет карась, говорит, сазан пролетает. Посмотрим, что поймаем сегодня за день. Река Чулым. Вот. Мост. Там народ, везде народу тьма, вокруг везде. Посмотрим, что мы тут поймаем. Дуплис, карасиок, конишка, карасишка.
Это карась, бляха-муха. Ты карасяк. Корняга какая-то, какую-то палку зацепил, притащил, вон отвалилась. О, конь, конь. Сидит на зубах. Клюет на коля. Клюю, тянет удочку на. Утягивай. Смотри, сидит там. Тяни это быстрее. Или я тебя подцепил, тяну на. Ага, все, не тяни. Не тяни. Сейчас его выкину. Вот так, килограмма полтора, бляха. Тихо, 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 тихо. Ладно, сейчас прося вдруг, подцеплюсь. Ну, сидит? Что-то похоже. Конь.
лосей, бляха. Красище. И все, окончили рыбалку. Током поймали карасей. Время в обед. Просидели полдня. Нам, в принципе, рыбы хватит. Люди еще рыбачат вообще.